Всем привет! Сегодня хочу поделиться очень простым рецептом приготовления сочных котлет из свинины. Из минимального набора продуктов получаются очень вкусные воздушные котлетки. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Сначала замачиваем батон. Кладем кусочки батона в глубокую миску и заливаем его обычной питьевой водой. Отставляем батон в сторону. Пока батон размокает, нарезаем кусочками мяса. Кусочки режем произвольные. Главное, чтобы они потом помещались в мясорубку. Лук тоже разрезаем на несколько частей. Теперь все подготовленные продукты пропускаем через мясорубку. Желательно мясо, лук и чеснок чередовать между собой, а батон прокрутить в конце. Полученный фарш солим, перчим, добавляем немножко воды и хорошо перемешиваем. Вымешанный до однородности фарш берем и отбиваем. Чем лучше отобьем, тем будут нежнее и сочнее наши котлеты. После чего даем фаршу отдохнуть минут 15-20. Прошло 15 минут, смачиваем руки водой и формируем из фарша небольшие шарики. Дополнительно отбиваем их в руках и придаем форму котлетки. Затем разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Масло должно быть столько, чтобы оно доходило до середины котлет. Выкладываем туда наши заготовки. И жарим на среднем огне с двух сторон до образования румяной корочки. Вот и все. Сочные котлеты из свинины готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.